Утро маленьких пациентов Института педиатрии и детской хирургии в Алматы началось с музыки и поздравлений. В честь Всемирного дня ребенка врачи организовали для них праздник. В гости к детям пришли герои из сказок и мультфильмов. Вместе они пели, участвовали в конкурсах, танцевали. Особый восторг у них вызвал больничный клоун. Карлыгаш Минаякова расскажет подробнее. В отделении онкогематологии Института педиатрии и детской хирургии праздник в разгаре. Положительные эмоции помогают быстрее справиться с недугом. Главный тамада, больничный клоун по имени Кроха, проводит смехотерапию. Давайте все вместе, друженька, дупал шапала! Главный атрибут больничного клоуна – шляпа и красный нос. Он развлекает детей перед операцией, поднимает им настроение, отвлекает от мыслей о болезни. Позитивная эмоция, все мы знаем, что она очень хорошо влияет на здоровье. Чем больше человек смеется, тем больше у него вырабатываются положительные эмоции внутри. А я даже в детстве слышал то, что... Час смеха заменяет литр сметаны. Мне всегда так бабушка говорила, дедушка, балам, больше улыбайся, смейся, будь позитивнее, шире улыбку. Поэтому это же здорово. Сама Тормозанов свою жизнь посвятил добру и смеху, считает, что его прямое предназначение – помогать детям и делать их счастливыми. За годы работы он стал одним из главных людей для пациентов Института педиатрии и детской хирургии. Они его ждут каждый день. Практически у нас начинается с разминки, дискотеки, какие-то игры. То есть Самат, он сам по себе очень позитивный человек. И любой его вход в палату сопровождается возгласами. Дети радуются, ждут его. Всегда спрашивают, когда Самат придет. Я брал небольшой ангул по связи с семейным обстоятельством. Вот, я женился. Вот, поэтому, да, детки скучают, а так, не знаю, ощущения непередаваемые, когда ты с детками находишься. Работать приходится в разных отделениях, где лечатся дети в основном со сложными диагнозами. Это эмоционально сложно, говорит Самат, поэтому каждый день он спешит на работу, одевает свой красочный костюм клоуна и делает все возможное, чтобы подарить детям смех и просто побыть рядом. Карлыгаш Минаякова, Кенжи Амраев, Хабар 24, Алматы.